Юнусбек Евкуров провел встречу с исполняющим обязанности главы Росреестра по СКФО Владимиром Новиковым, руководителем регионального управления и директором кадастровой палаты. Стороны обсудили вопросы деятельности управления Росреестра по Ингушетии, а также задачи, касающиеся реализации в регионе двух целевых моделей – государственной регистрации прав и кадастрового учета. По словам Владимира Новикова, работа Росреестра по СКФО непрерывно связана с региональными органами исполнительной власти. Управление Росреестра по Ингушетии достойно выглядит на общероссийском уровне и занимает хорошие позиции в разных рейтингах. Юнусбек Евкуров поблагодарил Владимира Новикова за внимание и положительные отзывы о работе республиканского филиала и отметил, что региональная власть готова поддерживать их предложения. Хотелось бы, чтобы взаимодействие есть, и я хочу сказать, что и управление Росреестра по республике Ингушетия, и филиал достойно выглядят на уровне общероссийском, занимают неплохие места в рейтинге. Если по управлению, то это 39-е место на настоящий момент из всех субъектов. По филиалам сейчас нет рейтинга, в этом году не выстраивается, но передал их всегда Рукиата Замангиреевна, в первую десятку входила. Здесь мы довольны тем, что как вот выстраивается работа, но тем не менее много зависит от взаимодействия с органами власти. Сейчас начинаем работать по молодежной программе, чтобы сегодня на президиуме провести, я буду об этом говорить, чтобы молодежи помочь там строить какое-то жилье, там, чтобы там, эконом жилье, чтобы они там, если не на 70%, а 50% софинансировали вместе с государством. Здесь мы там хотим посмотреть, а кто должен это жилье получать. Чтобы не получилось, что те, которые получили земельные участки, все получили, а еще там еще жилье на халяву получили. Не должны допустить. А мы у вас будем запрашивать. Они по закону должны там все это дело проводить. Да, у нас есть вопросы, связанные и то, что мы приостановили, пока идет судебный дело по МАГАСу, по другим. Когда в городе просто направо налево чиновники придумали схему земли, коррупционная схема, якобы дали в аренду, а на самом деле продали. Мы этого должны допускать, там надо порядок навести. А вот в этих делах давайте и в границах муниципальных образований нам ничто не мешает делать до 100%, а не там 98 или 92%.